Стоп. Стою. Стой. Лучше сяду. Итак, когда мы с тобой в прошлый раз встречались и обсуждали учителей с пистолетами, ты вначале имел неосторожность, ну, в самом начале, имел неосторожность сказать, что якобы в российское оружейное законодательство тебе кажется довольно лояльным. Так ли это? Так точно. Ну что ж, друзья, и вот с этого момента поподробнее. Друзья, мы счастливы вас приветствовать. Шалом. Ну, я счастлив вас приветствовать. Самый, сейчас я подведу итог, то есть с прошлого видео, самый известный активный резервист армии обороны Израиля в России. Звучит как что-то нехорошее. Мы счастливы вас приветствовать. Сегодня тема больная, на которую Зев меня высаживал очень долго. Вот. Зева высаживает подписчики. Они все время пишут, почему ты со видосом не расскажешь про оружие гражданское в Израиле. Зев, я знаю, что они хотят услышать. Что да. Ты сейчас скажешь, в Израиле я... с этим как? Как фильм «Черный ястреб»? Смотрел «Черный ястреб»? На рынок, когда он... Я... Рынок. А, Black Hawk Down. Я все время думаю, гудковский ястреб. Black Hawk Down. Опа, когда на завис. Рынок он приезжал, Дельтовис, и там на рынке... Мудень, он завис. О, он отвис. Отвис? Отвис. Отвис. Я не виноват, друзья, технические проблемы. Так вот, «Черный ястреб» смотрел? Да. Там был момент, когда Дельтовис под прикрытием на рынке там шухер-мухер наводил. Где автоматы прямо стреляют в воздух, гранатометы. Они когда тебе просят рассказать, как у вас, они думают, что там вот так. То есть пришел на рынок, хочешь автомат, хочешь пулемет, хочешь, что хочешь, короче. Я знаю, понимаешь? Так. Ну вот, собственно, с этого момента, как я уже сказал, поподробнее. Давай, расскажи нам, Зев, почему тебе кажется, что оружейное законодательство России является лояльным? Потому что у вас есть только разрешающие, поправка. У вас есть только небольшой перечень запрещающих, как это сказать, говорите это тавхин. Блин, я не знаю, как это слово сказать на русском. Ну, то, сейчас. Что там наркоман, там алкоголик, как это сказать, запрещающих. Ограничивающих нюансов. Ряд ограничивающих нюансов. Вот у вас есть только ограничивающие нюансы. То есть, если ты не попадаешь под одну из запретительных категорий, вот у вас есть запретительные категории. То есть, запретительные категории. И, по сути дела, одна разрешительная категория, вот это ваш охотничий билет. Так? То есть, у тебя есть, не надо мне показывать, я верю, что он у тебя есть. Вот, чтобы все видели. И там записан Стечкин. Об этом не будем, Зев. Да. Там написано, три же героя земного шара, можно все, короче. У вас и можно все. Вот, все. Вот, да. Вот. У вас есть только ограничивающие критерии и один разрешающий критерий, охотничий билет, на который у вас почему-то вешается, насколько я понимаю, даже это вот у Бога это травматическое оружие. Нет. Оно вот для травматического оружия это не надо. Не нужен охотничий билет, тогда вообще красава. Но для всего остального у вас вот идет по охотничьему билету. Для меня это абсолютно непонятно, потому что у вас люди, которые шмаляют по этим флагам, как они на русском, железные мишени, как гонги. По гонгам они тоже охотники. Они все такие. Это спортсмены, бро. Но они тоже охотники. Они по охотничьей лицензии. Они все по охотничьей лицензии, потому что я смотрел видео какого-то высокого спортсмена, и он рассказывал, что он сейчас обновил охотничью лицензию, чтобы владеть своим спортивным оружием. Вот, то есть вы можете быть спортсменом, это, понимаете, просто государству, видимо, лень менять, поэтому у вас все вешается на охотничью лицензию, все типа охотники. Вот твой же этот размалеванный пингвин с суперприцелами, он у тебя... Охотничий. Конечно. Да. Вот охотничий карабин. Охотничий карабин. Это, конечно, странно, но... А есть охотничий пулемет. Но. Да, знаю. Видел. Максим. Охотничий пулемет Максим. Есть, братан, МГ-3. Охотничьи пулеметы. Их много разных есть. Но они все стреляют одиночным только.
Ой, да, это потом, потом, потом. Ты мне пришлешь охотничий МГ-3. Вот. Очень вопрос. РПД охотничий. Оставь, а то мы сейчас 4000. Фишка в том, что... Но рабам оружие нельзя. Да. Так вот. Рабам нельзя. Да, оружие нельзя. Охотничий пулемет можно? Понял, да, рабам. А оружие нельзя. Рабам нельзя. Рабам просто боится. Так вот, давай поговорим о рабах. В общем, вашим рабам надо только доказать, что они не уголовники, не наркоманы, и кто там они еще, психически здоровы, что там еще. И то там, как оказывается, есть целый ряд психических нездоровых, которые как бы не ограничения это. В принципе, можно. Если в момент, короче, прихода стойкой у тебя нету, шизы конкретной, короче, понимаешь? Если демоны прям в момент посещения психиатра, демоны не сидят на плечах и не дуют в уши тебе то, что ты вещаешь, то, в принципе, ты можешь даже не совсем нормальным пройти за нормального. А если сидеть будут ангелы? Это вообще вопросов нет. Тут все хорошо с этим. Ясно. Ну, в общем, пожалуйста. А вот у нас, есть разрешительный критерий. Стой. Самое главное, я тебе скажу. У нас есть еще один момент очень важный. Да. Это про это забывают, которые мы не рабы, рабы не мы. Если ты даже, то есть не попадаешь, ну то есть в смысле критерий, тебе говорят критерий, угу. Ты можешь всегда дать шекелей. Сколько-то тысяч рублей. И окажется, что то, что ты написал в баночку, это все вдруг здоров. Я сейчас, когда это говорю, я не шучу. То есть у нас обличается, я 10-100 раз про это говорил, и повторяю, миллиардный раз, у нас общество целиком все, я себя не отделяю от этого общества, отличается незаконопослушностью. То есть у нас сразу любое ограничение воспринимается не как то, что это нужно ограничение соблюдать, а как ищется сразу способ, как всех наебать, короче, понимаешь? И это считается за доблесть, блядь. Наебал, молодец. Это забивай в Ютубе, как украинцы становятся хохлами. Из какого-то сериала, короче, есть отрывок. Вот это вот оно. Это ты сейчас вообще зря сказал, понимаешь? Поэтому сейчас... Все, бомбануло. Ладно, да. Переходим к нашим. У вас есть запрещающие критерии, а у нас есть запрещающие критерии. Так, как у вас примерно? Примерно. Баночку не писаем. Нам верят на слово. И есть разрешающие критерии. И вот если ты не попадаешь в разрешающие критерии, плюс у тебя нет запрещающих критериев, то есть у тебя должен быть разрешающий критерий. Я объясню, что такое. У тебя должен быть критерий, который тебе разрешает владеть оружием, и у тебя не должно быть запрещающих критериев, тогда ты можешь владеть. А вот теперь кто же эти волшебные люди, у которых есть разрешающие критерии? Кому можно? Кому можно? Знаешь, можно. А, стоп, значит, извини, перебиваю. То есть ты сейчас подводишь к тому, что в Российской Федерации в принципе можно всем. Гражданам Российской Федерации можно всем. И не только гражданам, я узнал. Можно и не только гражданам. По достижению определенного возраста можно всем. Можно не только гражданам. Если ты на постоянной живешь в Российской Федерации, платишь там налоги и прочее, то тоже есть опция получить охотничий билет и все остальное. Короче, даже ладно, не гражданам. Я логику понял. А у вас можно не всем? А у нас? Нет, у нас можно особенным людям. Вот особенным людям, которых государство выделило из всех остальных. За этим есть некая логика. Иногда не очень лицеприятная, но она есть. Вот, кто же это? Кто же это? Так их стоит поделить на две категории. Одним, которым это действительно очень надо, а другим, которые очень могут. Очень надо и очень могут. Что я имею в виду? Есть так, разрешительные категории. Это жизнь в поселке, населенном пункте с угрожаемой обстановкой. Что такое? Это где реакция служб безопасности будет слишком медленной. То есть где ты можешь столкнуться с угрозой жизни, где тебе надо будет защищаться, но службы безопасности там по щелчку не смогут приехать. Это может быть приграничный пункт, это может быть пункт за зеленой чертой, это может быть просто пункт, который там, например, какой-нибудь поселок, который очень далеко от полицейских станций.
и от обычных патрулей полиции, туда будут ехать 10, 20, 30 минут. У тебя что происходит? А будет, ну, тут это роспись государства, что мы в вашем населенном пункте вас эффективно защитить не можем. Мы это государство признаем, поэтому вот вам разрешение на оружие. Пожалуйста. Второе, это люди, которые в таких местах работают, где, опять же, службы безопасности будут до них добираться долго. То есть, опять же, роспись государства в том, что ты там в таких местах работаешь, что мы не гарантируем твоей безопасности, поэтому, если хочешь, вооружайся и защищайся сам. То есть это отписка государства от ответственности, грубо говоря. Грубо говоря. Кому можно еще? Можно, внимание, стрелкам, спортсменам, которые регулярно доказывают, что они стрелки-спортсмены. Перед тем, как они получат свое первое разрешение, они должны, по-моему, 2 или 3 года участвуть по 4 соревнованиях в сезон. Сезоны, если я не ошибаюсь, 3, но стрелки-спортсмены нас смотрят и поправят нас. По-моему, в сезоне 4 соревнования, это значит 12 в год. Это, во-первых, это нехилые бабки участвовать в таких соревнованиях. Во-вторых, это время. В общем, короче, если ты хочешь свое оружие для соревнований, то будь добр сначала стать спортсменом, доказать это, то есть вступить в клуб спортивный, этот клуб подпишет, что ты действительно спортсмен, у тебя будут все явки, пароли, что ты все это делаешь, тогда я сразу скажу, чувак, ты спортсмен, мы тебе верим, тебе очень нужно, пожалуйста, вот тебе разрешение иметь свое оружие, а не пользоваться клубным. Это люди, и потом люди, которые перевозят взрывчатые вещества. Там тоже счет может идти на секунды. Слушай, ну это связано, это ты все сейчас перечисляешь, если мы сейчас спортсменов не берем, все остальное мы берем, это очень серьезное обстоятельство, скажем так. Да, это обстоятельство жизненное, да. Где государство говорит, да, что действительно тут государство не успеет среагировать так быстро, как нужно. Привозка взрывчатых веществ. Тут, братан, я тебе скажу, что наши сейчас тебе скажут, у нас государство не реагирует вообще, поэтому нам надо, но у нас и есть оно. Поэтому я не знаю, о чем они вообще говорят, непонятно. Вот. А теперь вторая категория, которую сейчас я сам умею, но на самом деле это типа умеют. Угу. Это будут ветераны разных силовых структур внезапно. Внезапно. Причем в последнее время критерии расширили. Если раньше это были только офицеры и прапорщики, достигшие определенного звания, то сейчас это еще и расширили на всех бойцов, получивших уровень подготовки 0,7 и выше. 0,7 и выше, то есть любой пехотинец и выше. Угу. Ветераны полиции, человек, который прослужил в полиции минимум 2 года, у него пожизненная опция, если он, конечно, не стал наркоманом, алкоголиком, психом и уголовником, у него пожизненная опция получить разрешение на личное оружие. Ветераны Шабака, ветераны Моссада, ветераны силовых структур. Почему? Потому что государство говорит, что мы этих людей знаем, мы сами их готовили, мы уверены в них, и мы считаем, что в случае, что вокруг них возникнет какая-то ситуация, оружие при них поможет решить проблему до прихода силовых структур. То есть, не, условно говоря, это... Почему? Потому что, условно говоря, это не случайные люди. Не случайные это люди. Это не условно говоря, а это прямо говоря. Нет, ну смотри, любой пехотинец Вася, который, Вася, который бегал с пулеметом 3 года по горам за террористами, он закончил службу, все. Он идет в магазин, покупает себе пестик. Что он там может навоевать в толпе народа? Слушай, я с тобой согласен. Навоевать... Но он морально готов, скорее всего. Потому он что в толпе, он... толпе народа воевать, наверное, ничего навоевать дельного не сможет. Но он, ты правильно абсолютно сказал, что данный человек готов, тем более, что учитывая ваши там особенности службы, они подразумевают то, что, скорее всего, он, за свою службу... Он как минимум принял участие в нескольких боевых операциях. Так точно. Так то, что он не только, короче, сажал картошку, и не только свинарем был. Он где-то был, короче. Так это, я считаю, это правильно и грамотно. Вот. Но я тебя сейчас прошу вопрос прям прямой. Прямой вопрос. Сейчас. То есть просто человек, ну, из условного там Тель-Авива, живущий вот и захотевший себе оружие, ему нельзя покупать оружие.
О, сейчас и тебе еще больше тебя бомбанет. Точнее, не у тебя, а всех тут почему-то. Все думают, что в Израиле, когда люди спрашивают про оружие в Израиле, одни думают, что в Израиле все запрещено, другие думают, что все разрешено. А истина вообще даже не посредине, она в другой вселенной. Так вот, смотри внимательно, внимательно. Ты живешь, допустим, ты живешь в поселении возле Шхема. По тебе террористы каждый день стреляют. Вот ты молодой американец, приехал из США, тебе 22 года, поселился в Шхеме, потому что ты сионист. Возле Шхема, извиняюсь, возле Шхема по тебе. Ты ездишь по дорогам, где в тебя кидают камни, периодически ставят взрывные устройства. Там армия вокруг что-то проводит операции. В общем, ты живешь на Диком Западе. И ты приходишь и говоришь, я гражданин Израиль, да, хочу оружие, да, живу в угрожаемом районе, да, уже 2 года. А государство ему говорит, не служил, вообще не служил. А это значит, дорогой мой, жди до 27 лет. Почему до 27? Потому что к 27 годам человек уже обзаводится семьей, работой, он уже устроен в жизни, это морально устоявшийся человек. То есть парень, который попал на службу в боевые части, вот он выслужил 07, 07 выслужил, а через день после этого попал в аварию, стал калекой. Его армия комиссовала. Ему сейчас 18,5, он калека, но он выслужил свой 07, он получил свой уровень подготовки. Ему оружие дадут. А этому скажут, жди 27. А почему? Очень просто. Этого парня, который, да, он не успел повоевать, но его система хотя бы проверяла. Он за те полгода, что учился быть пехотинцем, никого из своего пулемета случайно не расстрелял. Ну, Послушай, системой проверь. это логично, послушай. Но смотри, с другой стороны, получается то, что у вас, учитывая, что служат все, могут Если... купить все. Нет, ты не слушаешь. Ты должен быть либо определенного звания, либо определенной подготовки. А просто боец за срочку, не факт, что ее получит. Пехотинец и выше. Пехотинец это процент от боевых частей, но ну, может процентов 15. А, стой, имеешь ты в виду, он выслужит вот этот уровень только если служил в подразделении, предназначенном для прямого боестолкновения. Ну, то Так есть там точно. пехота, десант, спецназ, то есть Да. просто в армии там, в аэродромной обслуге Танкисты, да, пехота. понятно, во. Аэродромная обслуга сначала дорасти до звания либо старший лейтенант, Это понятно, то есть просто срочно либо не сможет. старший прапорщик. Сколько же сейчас? Короче, чтобы выслужить старшего прапорщика в резерве, по-моему, надо лет 10 ходить каждый Короче, год. я понял. Оружие можно в Израиле не любому отслужившему в армии. Нет, Все, нет. я понял, короче. Все, Доходит до понятно. абсурда. Доходит до абсурда. Это абсурд. Почему пехота меня немножко возмущает в этом плане? Потому что пехотинцам можно, а магавники, вот видите, те парни, которые в толпе работают с оружием, они Им нельзя? 0,5, им нельзя. Они 0,5, им нельзя. Почему, блин? Они квалифицированы лучше, чем пехотинцы. Рабы. Это рабы просто. Но Рабам, Зев, рабам не положено иметь. Там все. Они просто рабы. министр, который вводил эти изменения, он успел доработать закон, не успел доработать закон, сменилось правительство, он не успел дать всем отслужившим в боевых частях. Он хотел всем дать постепенно. Сначала дать пехотинцам, посмотреть, что ничего не случится, что все друг друга не перестреляют. Вот, красавчик! Я же про это говорил, когда в крайнем прямом эфире с Каскадом мы про это, на эту тему говорили. Я же Да, сказал, что когда я... я подло не вышел в эфир. Да, я же сказал, что я свое отношение к короткослову в России пересмотрел. Я считаю, что надо разрешить спортсменам. Почему спортсменам? Ну, то есть действительно спортсменам. Не спортсменам, а действительно спортсменам. Почему? Потому что, как ни крути, спортсмены, ну, пистолетчики, они стреляют лучше всех. И у них точно есть причина, для чего пистолет. Им пистолет не для самообороны. Им пистолет для Спортивный соревнований. стоят. Все. Дальше смотрим какое-то время. Не произошло ли всплеска, не начали ли нападать на спортсменов с целью украсть, не стали ли резко все спортсменами. Охотниками. Не все ли сразу вдруг стали спортсменами, ни разу не был на спортсмене, понимаешь? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю. А проанализировали ситуацию и пришли к выводу, да, можем категорию теперь вот эту спортсменов расширить, например, дать, как у вас там, например, да, люди, ослужившие, да, в определенных Фридрих. частях,
Ну, к примеру. Ты понял, что ты сейчас сказал, что ты хочешь песни к себе. Только после спортсмена, братан. Я, Зев, никогда не скрывал, что я себе хочу песни. Вопрос состоит же какой? За легализацию ли я короткоствола в России или против? Я против. Но я если знаю. Завтра разрешат пистолет, а я не собираюсь ходить с плакатом. Запретите, не давайте. Там, вот ты этот купишь бред, два. А? Коль, ты купишь два кольта. Как лысый. Ну, да. То есть я ни в коем случае, я против легализации. Тем более, еще важный момент. Со всеми я по этому поводу говорил, либо они тупые, либо глухие. Я не против легализации короткоствола даже, а я против легализации короткоствола в нынешнем, вот сейчас, короче. Так, тут же важный момент. У вас просят не легализацию короткоствола, а легализацию короткоствола с правом его постоянного ношения. Зев, конечно. Потому что конечно. В сейфе пистолетик никому не нужен. Нет, я знаю кучу людей, у которых есть оружие, и оно не всеми лежит в сейфе. Чтобы когда надо, я его возьму. Ну вот когда надо, оно остается в сейфе. Причем это люди могут быть очень уважаемые, при очень высоких званиях, с очень большим опытом. Люди понимают, что право ношения это ответственность, это обязанности, это масса неудобств, которую готовы терпеть единицы. В туалет кто-нибудь пробовал сходить, когда на нем пистолет и два магазина по-большому? В общественном туалете. Братан, это слишком сложные материи. Но я понял тебя, в принципе, в части оружия. А, самое главное, оружие ты вас... Да. Когда мы выяснили, что есть люди, которым это необходимо, потому что они живут в каком-нибудь пиздеце, или их работа связана с пиздецом. А что, это не охранные фирмы. Охранные фирмы, там другой закон, это отдельные вещи, их вообще в сторону откладываем. И люди, которые, условно говоря, что-то могут, потому что доказали государству, что они очень сильно в адеквате. Ну, после своей службы они доказали, что они сильно в адеквате. Так вот, был главный вопрос, а что же нам можно израильтянам? Что можно мне, человеку, которому государство периодически доверяет очень много дорогой техники? Так давай не выпендривайся. Давай. Надо же выдавить слезу. Надо выдавить слезу. Много дорогой техники. Ты тут дождешься, Зев, сострадания. Ты уже распят. Забили себе гвозди, чтоб ты его не сотворил, чтоб меньше еще говорил, одного и распять. Чтобы меньше думал. Еще одного распять хотите? Вам одного мало бы? Вам! Нам? Вам. Все претензии к этим римлянам. Давай. Ладно, закончим. В общем так, вот. Человек, которому доверяют, как все любят, говорит, в армии ему штанг доверяют. Да, блядь, в армии доверяют кучу всего. А что же мне можно иметь, да хотя бы в сейфе? А мне можно иметь хотя бы в сейфе одну единицу боевого короткоствольного оружия и 50 патронов к ней. А как у меня, пингвин? А сколько у тебя патронов к пингвину можно? Слушай, прям, я врать не буду, можно много, короче. Ну, а прям... Тысячи, зависит от сейфа, наверное. Слушай, ну не 50 точно, короче. 100% прям не 50, и даже не 500, братан. Прям несколько тысяч, по-любому. По-любому несколько тысяч, Не буду врать. Вот я честно скажу, не вникал. Почему? Да, Потому что я никогда про запас не покупал, я и просто, нет вопроса. Такого. Я просто понимаю, что практически в всем мире количество, кроме США, количество оружия, количество патронов, которые могут храниться, оно ограничено из соображений того, что если они одновременно взрываются, чтобы это не разнесло дом. Mm-hmm. Понимаешь? Или чтобы из этого нельзя было собрать бомбу, которая разнесет дом. То есть этим ограничено количество боеприпасов. Да, вот если спрашивать... Короче, что тебе можно-то еще, кроме короткого? Все! А пингвина что, нельзя, как у меня? Почему? А зачем он тебе? Ну, то есть государство меня спросит, а зачем тебе пингвин? Зачем мне того? Зачем мне М-16? Потому что хочу! Нет, скажите, зачем? Хочу — это не причина иметь внимание.
оружейная культура. А давай, что такое оружейная культура в моем понимании, и я думаю, что в понимании всех, ну не всех, большинства израильтян. Это такой консенсус в обществе, смотри, что оружие, внимание, это в первую очередь инструмент смертельного насилия по отношению одних людей к другим. Все остальное, сказки белого бычка, маразм, демагогия. Полная хуета, 100%. Вот, оружие. Оружие для того, нужно, чтобы отнимать жизнь. Да, все. Вы сейчас скажете, чтобы защищаться, но защищаться путем отъема жизни, когда другого выбора не осталось. Конечно, Зев, сколько вот тупорей сравнивает пистолет и машину. Но мы, когда покупаем машину, мы не собираемся сбивать людей на ней. А сколько... А когда мы покупаем пистолет для самообороны, мы прямо собираемся стрелять в людей. Это декларация, покупка пистолета, личная декларация о том, что ты готов забрать человеческую жизнь, если он будет угрожать твоей жизни. Все, это декларация о том, что, дорогие мои, если вы решите забрать мою жизнь, я буду пытаться препятствовать этому путем забора вашей жизни. Все, вот это главное в оружейной культуре, что это средство отъема жизни. И государство говорит, что если у вас это для развлечения, то докажите мне, что это у вас для развлечения. Стрелкам-спортсменам вот недавно, пару лет назад, наконец-то разрешили карабин с пистолетным калибром. Внимание, есть еще стрельба по тарелочкам? С гладким. Спортинг. Но, по-моему, там оружие только на клуб будет записано, потому что для того, чтобы стрелять такую дрянь, нужны специальные стрельбища. Их там на всю сторону очень мало, то есть ты должен быть записан в клуб, у тебя там будет храниться оружие, записанное на клубе, которое ты оплачиваешь, если тебе сильно надо свое. Но оно будет на клубе. И никогда ты никого не убедишь из государственного аппарата, что тебе вот это ружье надо хранить дома, потому что что с ним будешь делать? Братан, это все фигня. Пестик вам можно. И ходить вам с ним. Можно и пестик. Ходить с ним. У нас разрешение на пестик это одновременно разрешение на ношение. Все, вы не рабы. Мы не рабы. Пестик, 50 патронов, я не раб. Мы рабы. Я могу выйти на центр Тель-Авива и сказать. Кто там у нас? Я даже не помню, кто у нас премьер-министр, настолько мне уже по барабану. Но вообще могу сказать, что премьер-министр Израиля – говно. И никто мне ничего не сделает, потому что я не раб. У меня пестик и 50 патронов. Понимаешь? Да. Я могу государство поставить на колено, потому что у меня пестик и 50 патронов, а у государства всего 350 боевых истребителей. А нас боится. Весь да. Вас не боится, а нас боится. Поэтому можно купить охотничий пулемет. Да, можно купить снайперскую винтовку, которая бьет на 3 километра. Можно. Можно купить... Смотри, знаешь, Юма, что в израильской армии на вооружение принят карабин ТОВО, наш любимый. И да. Так вот, его последняя итерация, когда принято на вооружение, в ней нет автоматического огня. Почему? Я не знаю. Я уже давно не на срочной службе, ко мне такие карабины в резерв не поступают, слава богу, поэтому я... То есть... Вас на вооружении в армию приняли автомат? Без автоматического огня. Без автоматического огня. То есть израильский спецназовец, какой-нибудь там Саевет Гулани, равен тебе по огневой мощи. Ну, тоже... Я скажу, что я еще привык... У него какой калибр там? 5,56. А у меня это семерочка, братан. А у него-то настильность, скорость. Я еще могу выиграть, а я не собираюсь в полях воевать. А у него броник 4 класса, который твои пульки остановит. Там, где АПС работы выдает, там и пульки мы найдем, какие надо, не переживай. Вот. Охотники в Израиле, вот охотники в Израиле, которые могут, по-моему, даже получить наездное с ручным перезаряжением, пятизарядным магазином, ружьё. Чтобы стать охотником в Израиле, надо сначала заплатить 600 шекелей, это
180 баксов где-то так. Слушай, ну нас тоже надо платить, ладно. Нет, слушай. За то, чтобы иметь право пойти и сдать экзамен из 500 вопросов, и если этот экзамен сдашь, то будет разыграна лотерея среди тех, кто этот экзамен сдал, и среди них счастливцы получат разрешение, с которым они могут пойти в разрешительную систему, и там в разрешительной системе может им разрешать охотничье ружье. Братан, ты мне сейчас какую-то рассказал совсем еврейскую схему. Да такой! Ты вообще зря ее рассказал. Я боюсь, это видео посмотрит кто-то из ЛРО у нас и научится тоже вот этой фигне, понимаешь? А она настолько еврейская, что там взятки некому дать. Понимаешь? Там взятки некому дать. А за что здесь давать? За то, что ты заплатил бабки, сдал экзамен на 500 патронов в лотерею и не выиграл в лотерею, короче. Понимаешь? Даже некому дать взятку, чтобы ты точно выиграл в лотерею. Потому что из тех, кто сдал экзамен, вот у них есть номерки, они их сами кладут в эту штуку, которую вращает, и там человек так вот закрытыми глазами вытаскивает. Кому всунуть взятку? Чтобы... Я просто в какой-то момент, мне из интереса сказал, может, я сделаю себе ружье охотник. Ну, просто интересно, там, могу ли я это сделать. Я когда начал проверять, я просто сказал себе, да ну вас на. Все равно не собираюсь охотиться. Короче, это жесть, братан. Это просто жесть какую-то. Ты рассказал. Спортсменам, правда, можно больше, чем 50 патронов, потому что не спортсмен. Для них патрон это тоже снаряд. Вот этот стреляет там таким патроном, а этому нравится вот такой. Он приехал на соревнование со своими патронами, чтобы показать лучший результат. Слушай, а спортсмена ты еще раз разрешили только с карабин и с пистолетом калибре. Спортсмены, кстати, могут иметь больше одной единицы пистолетов и, наверное, даже больше одной единицы карабинов. Сейчас надо спортсмена спрашивать, но в среднем у них по 3 единицы пистолетов для разных классов. Понятно. И сейчас уже по 1 единице карабинов, у некоторых, по-моему, уже даже 2. Короче, я понял. Вы не рабы, мы рабы. Друзья, да. Опять же, но мы уже вот эту тему сейчас просто взяли, но обсосали и пересосали ее. Мы смотри, мы скажем, те, кто хочет прям все обсосать совсем до косточки, вы знаете, где мой инстаграм? Напишите мне, блогер оружейный, который хочет обсосать эту тему до косточки, пожалуйста, сядем, обсосем, если вы адекватный человек. Не вопрос, мне не жалко. Только чтобы имя совпало и... Главное, Зев, никому не рассказывай, сколько я тебе заплатил, чтобы ты вот эту дичь сейчас все рассказал, понял? Потому что я бы, если бы придумывал бы дебильные законы, вот вдруг я бы такую бы хуету... Ты скажи, ты понял, что те, кто не служил в армии, смогут получить только с 27 лет оружие? Не с 21, я с 27. Понял одно, что у вас там поймешь, короче. Что можно, что нельзя. Я понял одно, что у нас все хорошо. Да, у вас все вообще нормально. Кристально чисто, кристально понятно. Ничего высчитывать не надо. Все. У нас на сайте разрешительной системы есть калькулятор, который помогает людям высчитывать, есть ли у них право на оружие или нет. Прям калькулятор. И ты вводишь все свои данные, и он тебе калькулятор говорит, да, ты можешь. И после этого выпадают такие документы, которые надо собрать. Ну, сам ты здесь шутишь сейчас про калькулятор? Нет, а по-моему, я могу ссылку прислать. Не надо. Но хотя, справедливости ради, люди, подписчики по-любому захотят калькулятор, присылай, я в описании под видео выложу его. Они по-любому захотят калькулятор, дадим им калькулятор, пускай считают, могут ли они в Израиле купить себе ружье, пускай вычисляют, что хотят делают. Зев, спасибо. Ну, это, конечно, жесть. Тема, это, конечно, жесть. Вот я такого не ожидал, конечно. Такой, может быть, маразм. Ну, вот так. Друзья, могу лишь только пособолезновать нашему рабскому менталитету. Засим откланиваюсь. Я вам тоже соболезную, видите, мои слезы, соболезную. Но почему-то даже среди моих 3,5 подписчиков в инстаграме есть израильтяне, которые говорят, что готовы отдать левое яйцо за то, чтобы поменяться с вами законами. А он, наверное, это больные израильтяне. Соболезную нашему
Завидуешь нашему боженскому положению. Завидую вашему открытому и свободе вашей. И за всех свободе. Всех. Все можно. Все можно. Всем все. Какой ответственность. Ладно, хватит издеваться. Друзья, всем пока. До новых встреч. Следующая тема у нас уже Зевом запланирована. Мы ее когда запишем, не знаем, потому что в ближайшее время много дел. Все. Всем все. Здоровья. Всем удачи. Да пребудет с нами сила. Пока. Алло.